сколько раз как бы я ходил, вот как-то, ну, то есть как бы моему сердцу ничего. Видео снимаешь? Да. А я выкладываю на YouTube. С твоими комментариями интереснее. Ну, я стесняюсь так прямо на камеру говорить. Да, вот вы видите перед собой самую красивую девушку. Она снимает здание красивое, куда мы сейчас зайдем и где будем гулять. Целую, Катя. Мы находимся в главном штабе. Экспозиции туда. Здравствуйте, пожалуйста. Получается, в таком большом здании, как бы кроме тебя никого, как бы тишина стояла. Угу. И, ну, то есть как бы просто ходишь, как бы лестницы, как бы перекрытия, этажи, комнаты. Вот это была такая романтика, конечно. Но сейчас тоже здорово. 4 этажа здесь. Думаешь? Они рисуют огромнейшее, блин, такое пространство. А вкусы у нас, кстати, вот совпадают, что даже да, страшно. Да, тебе тоже это да, нравится? Да, мне же страшно. Не бойся, я с тобой. Что? Не бойся, я с тобой. Правда? Ну ладно, смотри. И чаще они были из Франции, Голландии, потому что как бы да, у нас в России не было, но вроде бы уже в последнее время все-таки стали тоже это делать. Символических изображений, которые просто представляют собой красивые изображения. Ты хочешь появиться на YouTube? А, нет. Прости, вот испортил тебе видео с самым лучшим еще разок. Не сдерживай себя. Хорошо. А сейчас мы подходим к продолжению времен года. И перед нами лето. Но лето, я бы сказал, это больше как-то осень, наверное, потому да, что видишь уже здорово. Присутствуют такие краски, да? То, что ближе к осени. Но дело в том, что у нас в России уже, ну, то есть как бы к осени, то во Франции оно уже как бы созревает летом. Поэтому вот. Все логично. И я вот с таким платьем и с серпом, ну это как-то, мне кажется, фантазия автора чересчур. Мне кажется, там как бы явно вот никакой работы не будет в поле. Еще получается, это получается две мамочки, дети, но они как бы решили как-то вот упрямляться. Да, это что-то нетрадиционное. Ну, потому что дети двое уже, ну сколько можно как бы дома сидеть с детьми, давай мы хоть... Кстати, почему как бы времена года одни как бы женщины и дети, а где мужики? Не, ну мне приятно, что женщины работают, конечно. Они танцуют больше, чем работают. Бриллиантов, конечно, тут прям
Чума, потому что. Чума в Барселоне. И все достаточно богатые вроде, но как бы почему-то кто-то как бы босиком, а кто-то вот, да, видишь, потому что как бы все так более-менее одеты, там, как бы богатые достаточно. Ну, вот такие вот какие-то соценки как бытовые. Смотри, а сверху мальчик этот самый как будто подглядывает, видишь? Я его даже не заметила. Вот. Много-много мелких таких деталей всегда, да, то есть как бы художник там издевается даже порой над кем-то. Да. И смотри, какие домики, да, вот тоже богатые были, видишь, что вот. Да. А что это у нас? Это получается фейерверк в Неаполе. Красиво. Эх, это мне так хочется в Италию, но не знаю. А чем он занимается? Камаша? Вон красиво. Говорит. Ну не только. А, смотри, какое дыхание. Да, вот этих животных дыхание видишь? Да, то есть все животные дышат. Да? То есть как видно, что наш маленький ягненочек. Ну, как показать? Ну вот этот, вот этот. Вот, вот. Видишь? Угу. Раз. И это живая картина, потому что здесь много движения чувствуется, да, что все движутся. Раз. А девушка, наверное, как бы вот разговаривает с мужчиной. Раз. Ну, два уже, наверное. Или три. А потом смотри, какими глазами смотрят. Да, я только что хотела сказать. Да, блин, ну, а у них же на самом деле такие глаза. Да, 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 да. И что мне еще здесь очень понравится, что да, вот такой свет. Видишь, какой свет какой-то, да? Вот как бы такое ощущение, что ты находишься прямо там. Да, что это как бы раннее морозное утро, да, ну, то есть оно это самое вот морозное, потому что, видишь, как будто идет пар из, как сказать, вот. Да. Из, да. Давай надо снять, кто это. Отправление на рынок. Да, то есть, как бы, понятное дело, что художник здесь, как бы, несколько утрирует, но он пытается показать, насколько, не знаю, как бы, радость или как бы чудо вот материнство, поэтому оно похоже на Мадонну, наверное, чем-то, да? Видишь? Угу. Это такой лицепь, да? Да. И опять же, как бы я не верю, что это крестьянка, да? Потому что, смотри, ребенок в чепчике, и она сама как бы достаточно богато одета. Она в каких-то как бы чепчиках. Да. Потому что мне как бы наши крестьянки. Почему? А чем тебе нравятся девки? Самые девки? Ну, классно. Ну, интересно. Чем? Ну, голые женщины такие, притом не очень. Так, а в этом молодые. И прикол. В этом прикол. Цвета достаточно яркие, но как бы тем не менее такого нет, да, что прям, ну как бы вырви глаз, а именно какие-то нежные такие, да, то есть как бы такое ощущение, что ты там находишься тоже. Да, подобрали именно цвета, подходящие, да, под характер этой картины. Угу. А,
И во Франции, кстати, где-то есть вот это место. Ну, как бы получается, вот эти вот как бы пруды. И вроде бы, да, вот пытаются их сохранить, как бы, потому что, ну, то есть, как бы меняется климат, меняется природа, реки уже как бы текут несколько иначе. Ну, вроде бы вот пытаются. Клод Мане, «Дама в саду». Импрессионисты они. Гавань в Марселе. И приятно то, что смотри, вот это как бы масло, да, вот эти все мазки, вот видно даже, как бы где-то больше масла, как бы где-то оно больше выходит. И приятно то, что на картину смотришь и как будто посмотришь на любимую красивую женщину, да, и все как бы мысли, как бы весь вот в этой картине. Вот, и все какие-то твои проблемы, мысли, другие, их просто нету. То есть у тебя полностью мозг переключается, да. То есть на прикосновение вообще прям, конечно. А здесь все красиво, но как бы плохо то, что как бы рядом нету мужчины, правильно? Даже светится что-то в мраморе, такие блестки. Ну, вот это уже оба симпатичнее. Да, там, наверное. Правда? Никаких комментариев делать не буду, здесь видно, все понятно, все вообще бесконечная весна. И, кстати, смотри, что такие, как бы, получается, розовые клетки, видишь, да? Ну, то есть, как бы, несколько. Да. Как раз на монтаже. Смотри, какая довольная женщина. А на самом деле, это рисовала, наверное, женщина для женщин. Нет? Ну почему? Такое же бывает в жизни, что бывает? Крайне редко наоборот. Да? Да, что женщина больше, чем меньше. Ну, правда, жизнь, Катюша. То есть здесь должны быть две женщины, а здесь мужчина? Нет, ну не до такой же степени. Просто слева от мужчины одна женщина, справа другой, как бы я за ним. Анри Матисс, «Танец». В центре, конечно, жить хорошо, но вот эти вот старые дома, там коммуникации, там, конечно, страшно порой. И там уже и клопы, и так далее. Ну да. И самое, что, как сказать, противно, что в 21 веке там даже как бы нету ванны в некоторых домах, там да. Просто есть туалет. А ванны, да, то есть самого какого-то душа нету. Ну, говорят, что раньше в баню ходили, поэтому нет. Слушай, ну так это уже 21 век. Ну, 20 век, да, то есть пока как бы наши вот корабли бороздят просторы Вселенной, я душ хочу принять, ну, то есть как бы помыться дома, как же, ну, вот. Красивый такой цвет, да, не выглядишь. Подожди, а это же ведь мойка, да? Да, мойка. А где тройная защита? Мне она больше никому не нужна, она просто дорого стоит. Смотри, какое буйство красок. Смотри, сколько жизни. И тем не менее, смотри, какая божественная простота.